Всем привет! Третий блок о Волгограде. Хочу начать с показа смены королю. Стадион, где сегодня будет футбол. Слышно поезда. Я надеюсь, меня слышно, потому что здесь очень сильный ветер. Там сейчас была смена караула, и я его сейчас вам покажу. Там вот поезд видно. Мы с вами обойдем. Вокруг памятника. Смотрите, какой он огромный. Просто нереальный размер. Кстати, на поляне лежит, отдыхает собака. Мы подумали, что там какие-то люди. По идее, же здесь ходить нельзя. Она смотрит туда, в сторону Волги. Здесь прохладно, с другой стороны монумент горячий, очень сильно. Так, тут тоже видно город. Панорама города. Я сейчас была вот там. Тоже это все увидите.
Здесь такая вышка напоминает пермскую. Я тебя спрашиваю, война что такое, ты знаешь? Кто? Здесь такое, такая атмосфера. А я не знала, что ты тут. Давай. Весь город лучше всего видно. Кажется, что это цикада. Надеюсь, что их слышно. Площадь Ленина. Вышли сюда. Сейчас путь к музею. Побыли у вокзала ЖД. Я забыла там снять. Площадь там Ленин. А вот там аллея, похожая на наш Комброс или улицу Дружбы. Что-то такое. Смотрите, здесь вот такие вот руины. Это осталось в неизмененном виде после войны. Снова как фонтан, это вроде должен быть. Дети вокруг крокодила. Там техника военная стояла такая. Здесь вот машина военная. Такая жуть от этого здания. Что его так разбомбили, оно так сейчас здесь и стоит, как памятник, как напоминание о войне. Здесь военная техника.
какая-то надпись, по-моему, даже. Обратим внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Ваша кислородная маска находится на... Дамы и господа, мы готовы к посадке и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you. Сейчас звонила маме домой, там у них, ну, типа, тепло, говорит, в Волгограде вообще жаришка была. Но сегодня тоже, кстати, под утро все время был дождь. Я не снимала, как мы ехали в аэропорт, у меня немножко светился телефон, и дождь был. Вот. И вот сейчас вот сижу. Скоро будет следующий рейс, уже до Перми. По-моему, там, ну, меньше часа, в общем, осталось. Нужно
регистрироваться не надо, уже билет есть. Нужно только пройти на посадку. Вот. Сзади очень-очень много людей. Видимо, прилетело вместе с моим самолетом сразу еще несколько откуда-то, потому что даже в туалет были огромные очереди. Как будто целая толпа появилась. Вот. В зелененьком самолетике. Стюарт ходит, стюардесса.